крови едем. Едем на какой-то концерт в кабаре, который находится в какой-то школе. Достались нам эти билеты как-то так, бесплатно. Вот, решили выбраться на культурное мероприятие. Прихожу в городок, который рядом прямо с Катовицами. Минут 15-20 езды. Костя здесь когда-то даже работал. Ожой. Что здесь какой-то интересный такой, вот какая-то это там. Ты уже засняла? Снимаю. Видишь, такая интересная? Вот здесь вот за этим закатом. Вот, мы прибыли на место. Здесь какой-то лицей. И в этом лицее будет какое-то выступление кабаре. Ни одного ребенка, только наш Костя. Не боюсь. Сейчас смотрим. Давайте вон на то поле пойдем. Кататься. Именно перед концертом вас пригласили на ревансептора. В дом рубиче, бабка Пьерник. Пишете? Jest taki niemiecki doktor od Cias. Jak on się nazywa? Jak się nazywa? Doktor Eskerki. Dziękuję za tą odpowiedź. Блин, такой вообще обман такой маркетинговый. Думали, что есть тут едем мы на какой-то кабарет. А перед кабаретом, ну как было написано пригласительным, там что-то репрезентация каких-то там потрав. Оказывается, это была репрезентация посуды экологической. 1,5 часа мы выслушивали, какие хорошие кастрюльки, какие хорошие там и полезные всякие сковородки. А потом, когда начали уже разговаривать конкретно, сколько стоит что, вот такой вот состав из 4 единиц, там кастрюлька, сковородка, еще что-то. Вот это вот все вот здесь вот происходило, вот в этом здании. Все это стоит, оказывается, 4000 злотых. Разделить на 3 это будет... Это почти 1000 евро. Вот за такую цену предлагают 4 кастрюльки экологических. Но мы вообще, у нас глаза на лоб полезли. А сам этот кабаре еще и неизвестно будет или нет, 9 часов вечера. Но мы, естественно, выслушали всю эту лекцию. Съели кексы, испеченные в сковородке за 15 минут. Бананы, приготовленные в каком-то там соусе. Едем домой. Карамели, едем домой. Костел покажи. Да, это вот Хожовский. Вот в Хожове вот такие вот дома. Такие серые, унылые. И вот костел. Ну, костелы здесь, конечно, везде красивые. Покажем углу. Хожу в такой городочек. Что, будем ездить, машину пачкать? Я хочу около тепловни остановиться. Вот, Костик, здесь есть такая тепловня, большая-большая теплоэлектростанция. Костя очень любит около нее останавливаться. Ну, маленький Костик, небольшой. Вот она, я полировал, я буду сейчас ездить, это кому собирать. Вот в такой вот городок и счастье. И вот мы выезжаем на этот тепловне, да? Хожев. Красивый. Вот это самая теплая электростанция. Она вечно так парит, и из-за этого, по-моему, здесь